Насчет строительства объектов на этой территории. Здесь в паспорте это дело, как говорится, запрещается делать. Почему? Потому что если мы будем дальше строить, дальше что-то осваивать в таком стиле, что ли, то у нас не будет зеленого спокойного уголка, где можно было бы действительно вот тихо пройтись, отдохнуть и слушать там пение птиц и так далее, и так далее. То есть тихо, оздоровительный отдых. Нет, я бы сейчас вот здесь немножко подкорректировал. В этом плане, значит, я сторонник того, что вот особо охраняемую территорию не застраивать. Оставить как чистый такой зеленый уголок для жителей. А развлекаться есть где. Даже площадка. Если нужно, где-то даже в городе можно найти такое. Неправильно.